Общественная организация «Многодетные семьи Мытищи» устроила акцию «Добрые сердца». Дети и родители своими руками сшили сердечки, подготовили шары и раздавали их всем прохожим, чтобы поднять людям настроение и призвать дарить своим близким больше любви. Событие приурочено к празднику Сретения Господня, а также Дню православной молодежи. Как отмечают организаторы, Сретение – это своеобразная встреча духа, мира и молодости. Мы хотим, чтобы как можно больше православной молодежи встретилась с храмом, воцерковилась, потому что есть такая надежда, что именно с этого момента молодой человек или молодая девушка начнут свою семейную жизнь, как и мы в свое время, и это будет жизнь другая, нежели как простого человека. Это будет жизнь, наполненная любовью, наполненная теплом, добром. Любовь живет лишь там, где доброта, где день и ночь открыты двери храма, в молитве перед образом Христа и в двух простых словах «Отец и мама».